видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 15. Решим уравнение. В первом уравнении А у нас неизвестно целое. Чтобы найти целое, мы должны сложить части. То есть к ЦАП прибавить ЛЯ. Складываем ЦАП и ЛЯ и получаем ЦАП ЛЯ. То есть наше неизвестное целое число Х состоит из букв русского алфавита С, А, П, Л, Я. Рассмотрим второе уравнение. Так же, как и в первом уравнении, у нас неизвестно целое. Для нахождения целого мы складываем части. Первая часть у нас состоит из букв М, О, Л, а вторая из букв О и Т. При сложении этих букв М, О, Л и О, Т получаем значение x. Оно у нас равно М, О, Л и О, Т. Получилось слово молот. Мол плюс от получилось молот. Молоток. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.